Лечение солью. Именно так переводится с греческого термин галотерапия. Галотерапия – это метод лечения в условиях воссозданного микроклимата соляных пещер. Основным лечебным фактором является сухой солевой аэрозоль. Частицы аэрозоля настолько мелкие, что проникают во все отделы дыхательных путей от носоглотки до легких. Способствует увеличению скорости микроциркуляции крови, увеличению выведения слизи из самых труднодоступных участков бронхов и легких, повышает защитные силы всей дыхательной системы. Оздоравливаются, санируются дыхательные пути, улучшается функция бронхиального дерева, всего слизистой бронхиального дерева, и повышаются защитные силы организма. В частности, это борьба в том числе с бактериальной и вирусной инфекцией. Кроме того, в галокапсуле создается гипобактериальная и безаллергенная воздушная среда. Индивидуальное пространство во время сеанса позволяет получить процедуру галотерапии с максимальным комфортом и высокой степенью релаксации. Галотерапия рекомендована при следующих заболеваниях и состояниях: частые ОРЗ и ОРВИ, пневмонии, бронхиты различной степени тяжести, хронические гаймориты, хронические воспалительные процессы в миндалинах, астматические проявления, аллергия различной этиологии, в том числе аллергические дерматиты и риниты, поражение кожных покровов, в том числе атопический дерматит, псориаз, экземные и гнойничковые проявления на коже, угревая сыпь и гиперсекреция сальных желез, ишемия, стенокардия, гипо- и гипертония, период восстановления после инфаркта или инсульта, профилактика болезней, связанных с загрязнением окружающей среды. Берегите себя и будьте здоровы!